все на видео. Что вы делаете? Отпустите, пожалуйста, ребенка. Нет, я не пущу ребенка. Так. Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете. Уйди. Я сказала. Что делаете, блядь? Бери руки, сейчас я тебя побью. Что ты беспредел, полицейский? Бери руки, ты распускаешь свои. Что ты за беспредел? Ну, что делаете? Я с родителями свяжусь сейчас, давайте поговорим. Вот дверь закрой. Нет, давайте поговорим, я свяжусь. Я говорю, дверь закрой с той стороны. Я говорю, давайте поговорим. Вы ребенка до чего доводите? Это вы его доводите. В смысле я его довожу? Вы что? Они подошли, не представились, ничего. Они не хотели мне говорить ни имен, ничего, абсолютно. Я говорю, вы не имеете права, что вы делаете. Я говорю, ребенка вот так подошли, держат. Я пыталась как-то его успокоить, взять, забрать. Они меня начали отшвыривать. Машины начали просто закидывать. Я подхожу, нет, нет, я вам не отдам, не пущу. В итоге мне просто подберут, наказано там же все такие... ...сопротивление и смертный склад на своем ребет. Покончить с ними. Мне было сказано, сейчас ты не выйдешь, да, то есть они просто. Они его угрожали с 19.30, да, которых, кстати, арестная. Угу. Вас просили выйти из. Будешь еще читать стихи? Да.